Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы сейчас начнем разговор о пастырских посланиях апостола Павла и обратимся к первому посланию к Тимофею. Это послание, которое вызывает некоторые, конечно, сомнения у сторонников гиперкритического подхода, но скорее только у них. Это послание было ориентировочно написано Павлом в середине 60-х годов, ну, обычно называют дату примерно 65-й год. Написано оно было апостолом, когда тот находился в Македонии, и обращено к его ближайшему ученику и сотруднику, апостолу Тимофею, который в момент написания послания находился в Эфесе, видимо, пребывая в христианской общине самого Эфеса и тех некрупных общинах, которые сформировались уже к этому моменту в окрестностях этого крупного малоазийского города. Традиционная дата, традиционное представление о месте и авторстве вот предполагают, как я уже сказал, что это Павел, 65-й год, из Македонии в Эфес. Но появились, по крайней мере, в 20 веке попытки по-другому представить себе контекст написания этого послания. Обычно его не относят к числу несомненно подлинных, предполагая, что, может быть, кто-то из учеников Павла написал это. Ну, датируют, конечно, в таких случаях концом первого, а то и вообще вторым столетием по Рождестве Христовом. Но всерьез говоря, во-первых, принципиальных оснований для этого не так много, а во-вторых, это не очень-то меняет наше отношение к содержанию послания. Поэтому мы все же будем предполагать, что оно написано Павлом, что оно написано из Македонии примерно в 65-м году. Хотя надо, тем не менее, заметить, что есть некоторые моменты в самом послании, которые дают нам основания удивиться. Не то чтобы прямо усомниться в авторстве, но удивиться, потому что здесь автор высказывает мысли, которые уже не характерны для Павла в 60-е годы. Скорее, их можно было бы ожидать для Павла в начале 50-х или даже в конце 40-х годов первого столетия, но, тем не менее, это, скорее всего, же частности. Теперь дальше важно понимать, что, обращаясь в 21 веке к тексту, к содержанию, к мыслям апостола в первом послании к Тимофею, во-первых, надо иметь в виду, что речь в этом послании идет о церкви, которая устроена не так, как сегодня, и, вероятнее всего, не так, как в самые первые годы по воскресении Христовом. И круг задач, круг представлений, идей у людей, которым предназначено это послание, в первую очередь Тимофея, конечно, тоже отличаются от наших сегодняшних. Поэтому некоторые вещи в послании выглядят смутительными или вопиюще несовременными, а некоторые прямо крамольными и, я бы даже сказал, нередко обличающими нашу сегодняшнюю действительность. Вот. Основная мысль послания все же заключается в том, что Павел пытается наставить Тимофея, каким образом следует устраивать жизнь церкви, структуру церкви в Эфесе и в окрестных поселениях, там, где есть христианские общины. Судя по
этому посланию в христианских общинах того времени уже появляются некоторые, как бы это так аккуратно и не обидно ни для кого сказать, некоторые влияния от окружающего греко-римского мира, от окружающей эллинистической культуры. Эти влияния Павел упоминает и в других письмах, и апостол Петр пишет об этом. И, в общем, суть заключается в том, что это первые ростки того, что в конце первого и во втором веке расцветет пышным цветом под таким общегенерализованным названием гностицизма, в конце концов отвергнутого церковью как неадекватное, ложное учение. Ну вот, к общинам, которые столкнулись уже с этим влиянием гностиков, с этим влиянием религиозных философов эллинистических, которые ринулись в христианские нововозникшие общины. Вот к этим людям, у которых, которые в сущности растеряны, потому что одно дело, что предлагает Павел для церкви, как ей следует быть устроенной, и совершенно другое дело вот эти вот самобытные мыслители. Теперь давайте обратимся, собственно, к тексту первой главы, где мы как раз и видим то, о чем я только что сказал. Апостол Павел говорит в самом начале этого письма о себе, говоря: «Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога Спасителя нашего». Для апостола Павла действительно важно подчеркивать по возможности, он это делает кстати, а порой и не совсем кстати, но просто потому, что для него это важная мысль, что это не он сам придумал, это не он сам решил стать апостолом Господа нашего Иисуса Христа. В контексте первого послания к Тимофею это чрезвычайно важно, потому что он как раз говорит о лжеучителях, которые сами решили, что они вот тут будут всех поучать. Павел же подчеркивает, это не я решил, это не я придумал от скуки или от чего-нибудь еще, что мне бы заняться вот этим. Я это делаю по повелению Бога. По повелению Бога. И затем во второй половине главы он снова вспоминает о том, что Христос призвал его, определив на служение, его, Павла, который прежде был гонителем и обидчиком, но помилован, потому что вот благодать Господа нашего Иисуса Христа открылась в нем. То есть Павел предлагает увидеть в себе пример человека, который действует не от себя, не от себя. И Тимофею, к которому он обращается, он тоже предлагает увидеть себя, Тимофея, как человека, который был призван, который по воле Божьей, по пророчеству определен на это служение. И Павел именно отличает здесь тех, кого он называет лжеучителями, от себя и от Тимофея. Конечно, как это очень часто бывает в письмах апостола Павла, сама по себе приветственная формула содержит замечательные выражения, очень помогающие нам увидеть, как апостол к Богу относится. Он говорит о себе, ставшем апостолом по повелению Бога и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, надежды нашей. Вот он говорит о Христе именно как о том, на кого он надеется, на кого надеются его ученики. И передает Тимофею благодать, милость, мир от Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Вот это вот пожелание
И молитва Павла, благодать, милость и мир от Бога, Отца нашего, это не столько специальный случай того, как он обращается именно к Тимофею. В других посланиях мы видим, что часто такие вещи являются и заключительными формулировками, обращением к целой христианской общине, благодать, милость и мир от Бога. И даже, я бы сказал, абстрагируясь от всего остального содержания послания, это чрезвычайно важно увидеть, потому что апостол на самом деле крайне неохотно занимается обличениями, поучениями, устроением. Для него быть апостолом, исполнять повеление Отца Небесного – это в первую очередь передавать благодать, милость и мир. И, в общем, читающим это послание всегда важно проверять по этим словам свое собственное сердце, как ты относишься к окружающему миру, к окружающим людям, к тем, кого Бог дал тебе в твоей жизни. Передаешь ли ты вот эту благодать, милость и мир, или исходит от тебя что-то другое? Да, после вступительной формулы апостол обращается к основной теме его послания, которая, по-видимому, как я уже сказал, была чрезвычайно актуальна для тех христианских общин, где трудился Тимофей. И вот он говорит о том, что я послал тебя, просил тебя прибыть в Эфес, в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не занимались баснями и родословиями бесконечными. Речь идет о представлением разных религиозно-философских течений, большей частью мистических, о том, что где-то вот существует Бог в мире идей, что-то такое духовное и так далее. И этот Бог рождает из себя какие-то эманации, сферы бытия, реальности, которых никто никогда не видел. Они, в свою очередь, порождают что-то другое. И так это все, как в садах Семирамиды, ниспадает постепенно до земли. И где-то там, в этой конструкции духовных миров, существует в качестве демиурга одного из них слово, которое есть Христос, так пытались они вписать Иисуса в эту картину. Вот. Ну и кроме того, естественно, подобного рода учителя обычно были склонны говорить, что для того, чтобы спастись, необходимо избавиться от этой жизни земной, расстаться с ней. Для этого требуется узнать, как на самом деле устроен невидимый мир. Да, ну вот они считали, что это может помочь человеку, хотя на самом деле это далеко не так. Ну и я уж не говорю о том, что для них встреча с Иисусом Христом, для этих лжеучителей, которых Павел обличает, отнюдь не была сущностной в этом процессе спасения. Собственно, Павел-то поэтому так и удивляется, потому что, а что тогда вообще мы называем спасением, если это не встреча с Богом во Христе Иисусе? Ну и кроме того, как мы увидим еще в дальнейших главах, обычно эти лжеучителя, во-первых, хотели, чтобы им очень хорошо платили за их поучительства разнообразные. И кроме того, еще призывали к разного рода аскетическим ограничениям, Павлу казавшимся совершенно несуразными и неуместными. При том, что Павел, без сомнения, последователь закона и никоим образом не хочет ничего плохого нигде про закон сказать, тем не менее, вот какие-то вещи, которые выдаются за повеление закона, для Павла звучат совершенно дико. И вот он говорит об этих лжеучителях, что они занимаются баснями и родословиями бесконечными, больше спорят, чем производят назидание в вере. И действительно, мы, понимаете, ведь обнаруживаем уже с конца
первого столетия, как в христианской среде, и даже порой до сего дня, люди вступают в бесконечные споры о словах, не умея определить точное значение этих слов, о невидимом, чего никто никогда не видел. И эти споры о мнениях между собой приводят не просто до разделения и ссоры, но порой и до кровопролития. Павел считает, что это все, конечно, совершенно не может никакого отношение иметь к жизни христиан и не должно в нашей жизни существовать. Понимаете, вот удивительно, но в какой-то момент христиане потеряли чувствительность к вот этому назиданию апостола Павла, и пышным цветом расцвел весь этот описательный гностицизм, задачей которого было рассказать людям о том, как устроены небеса, без всяких доказательств. И потом, еще через некоторое время, уже в святоотеческую эпоху, отцам церкви потребовалось прилагать изрядные труды для того, чтобы хотя бы сбить накал этой болтологии. Вот. Многословие о невидимом, так бы я сказал. Но апостол начинает это противостояние вот уже здесь, в этом послании. И, кстати, потом это даст святым отцам довольно прочное основание для того, чтобы этот труд Павла продолжить. И вот он говорит о том, что эти люди, они хотят поучать, хотят быть законоучителями, не понимая ни того, что они говорят, ни того, что утверждают. Павел снова здесь формулирует свою позицию в отношении закона, которую он, скажем, там в письме к римлянам и в других письмах старался определить. Он говорит о том, что закон хорош, но он хорош для того, чтобы отличить добро от зла, отличить грех от не греха, и он положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых. Но задача Тимофея и тех учеников Павла, которых он поручает заботам, пастырским заботам Тимофея, это отвергать то, что противно здравому учению. Главная задача увещания, наставления в вере, о котором говорит Павел, это любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Вот, понимаете, он совершенно не считает нужным дискутировать с этими самыми лжеучителями, гностическими, такими теологами, не хочется называть их богословами. Да, совершенно Павел не считает нужным тут дискутировать. Он думает, что дискутировать не о чем. Задача увещания, которую он поручает Тимофею, это возрастание в любви. Вот, цель увещания есть любовь от чистого сердца. Ради этого стоит говорить, ради этого стоит благовествовать. Собственно говоря, то, о чем Павел свидетельствует, это и есть благовестие любви. Между тем, в конце этого фрагмента, в 11 стихе, мы читаем с вами выражение о том, что вот это вот все умствование о невидимом, которое характерно для учителей, что оно противно здравому учению, потому что такой вывод делает Павел из своего благовестия. Но называет он это по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Довольно высокопарные слова, вообще говоря, не характерные ни для тех писем Павла, которые считаются абсолютно подлинными, ни в целом для иудео-христианской среды.
Ну уж слишком они громкие в каком-то смысле. Они, конечно, отзываются потом в многовековой традиции христианской гимнографии, но для первого столетия, для апостола Павла, несколько странно слышать вот такие выспренние термины про славное благовестие блаженного Бога, которое мне вверено. Ну, то есть, ну, если опираться на те письма Павла, в авторстве которых никто не сомневается, он скорее сказал бы «по вверенному мне благовестию Бога». Ну, строго говоря, конечно, из подобного рода деталей не стоило бы делать какой-то вывод и сомневаться в авторстве этого письма. Но, тем не менее, может быть, следует увидеть то, что в это время в христианских общинах и даже у Павла появляется некоторый новый способ выражаться. Для людей становится нормальным говорить о Боге с некоторой, я бы сказал, специальной интонацией. Специальной. Кому-то она может показаться высокопарной, излишне высоким стилем. Кто-то настолько к ней привык, что уже прямо это органично. Обычно исследователи говорят, что подобного рода высказывания характерны для грекоязычных религиозных контекстов, причем далеко не только христианских. Поэтому, ну, вообще говоря, к этому следует относиться с некоторой осторожностью. Стоит обратить на это внимание, потому что встречи с Богом, вообще говоря, происходят там, где мы в очень простой жизни сталкиваемся с Иисусом и его заповедями. И обычно в этой жизни для вот этих вот слащавых возвышенностей места нету. Далее, во второй половине главы апостол говорит о себе, как снова возвращается к тому, с чего он начинает, что он послан Иисусом Христом, который дал ему силу, признал верным, помиловал, и благодать Господа Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе. И хотя в нашем синодальном переводе может быть, не кристально прозрачно звучит этот стих, но суть-то, тем не менее, понятна. Мы очень часто используем слово «благодать». Как правило, думая, что все понимают, о чем идет речь. Хотя это далеко не так. И на самом деле, если бы мы попросили друг друга определить значение этого слова, мы бы много удивились, насколько неконкретным, оказывается, это понятие. Поэтому так для нас может быть важны стихи, такие как 14 стих 1 главы, где Павел пытается объяснить, что он называет благодатью Господа нашего Иисуса Христа, которая в нем открылась. И он говорит, что, собственно, она выявилась, открылась в нем с верой и любовью во Христе. Вот, собственно, и все. Доверие Богу, которое рождается в результате встречи со Христом, и любовь к Богу и к людям, которая тоже есть, как сказать, плод пребывания Павла в Иисусе, плод его личных взаимоотношений с Иисусом из Назарета. Итак, доверие и любовь во Христе. Вот, собственно, что апостол называет благодатью. И весьма вероятно, что там, где в других местах он употребляет этот термин, он имеет в виду тоже именно это. Далее, в 15 стихе мы видим очень известные слова, потому что они широко используются в современном христианском контексте. Павел говорит Тимофею: «Точно тебе говорю, верно, и всякого принятия достойно слова». В современном контексте это звучало бы как «я тебе точно говорю».
что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. От них же первый есть аз, из которых я первый. Ну, во-первых, посмотрите, апостол говорит о том, зачем Христос пришел в мир спасти грешников. Спасти грешников, не что-нибудь другое, не открыть тайны, не снабдить людей волшебными средствами какими-нибудь, не что-нибудь еще. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, для того, чтобы мы, грешники, не оказались безраздельно подвластны смерти, для того, чтобы мы не были безнадежно отделены от Бога. Вот, собственно, для чего происходят евангельские события? Ради того, чтобы спасти грешников. И дальше апостол говорит: «Я из них первый». И добавляет потом: «Но я для того и помилован, чтобы Христос во мне первым показал все долготерпение». Павел не имеет в виду, что я самый грешный из всех грешников. Как нередко понимаем мы подобного рода выражения, думая, что мы должны бить себя пяткой в грудь и врать, попросту говоря, всем, в том числе Богу и себе, что я самый хуже всех. Да, нет, может быть, и ты не очень хороший, и есть за тобой провинности, но насчет самый хуже всех – это тоже перебор. Ну и как любой перебор – является враньем, которое отделяет нас от Бога. Для апостола важно, на самом деле, чтобы мы видели и себя, и Бога, и жизнь свою в реальности, не прибегая к каким-то чрезмерным выражениям, как мы только что видели. Понимаете? Поэтому вот, когда Павел говорит: «Христос пришел в мир спасти грешников, от которых я первый», имеется в виду, что вот на первом плане, вот видно на моем примере, не то чтобы там меня раньше других спасли, и не то чтобы я был хуже всех. Выражение «от них же первый есть аз» означает в данном, по крайней мере, случае для Павла, что Господь пришел в мир спасти грешников, и посмотри вот на меня, ты видишь, какой я, ты знаешь, кем я был, и тем не менее он меня помилован, он меня определил на служение. Вот, например, вот это первенство Павла из грешников означает, что это Павел предлагает нам увидеть как ярчайший пример – характерный. Он говорит: даже таких, как я, Бог приходит спасти. Тоже здесь, мне кажется, важно и прислушаться к смыслу того, что апостол говорит, и обратить внимание на способ выражаться, к которому он прибегает. «Для того я помилован, чтобы Христос Иисус во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Вот оказывается, что Павел хочет сказать-то, что в нем, в Павле, в его помиловании, в его призвании Христос дает пример тем, кто будут надеяться, что, следуя за Христом, следуя за Иисусом, следуя по пути Его заповеди, они смогут найти жизнь вечную, найти встречу с Богом. Те, которые будут веровать и думать, а правда ли, простит ли, может ли Бог простить меня вот такого, какой я есть? Павел говорит: ты на меня посмотри, он меня простил. Значит, и для тебя есть эта же надежда, и вот тебе пример. Но и здесь снова в 17 стихе
такое довольно пространное словословие, Павел говорит: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Тоже, в общем, выражение, которое, с одной стороны, может быть сопоставлено с некоторыми выражениями, например, апокалипсиса, написанного четвертью века позже этого послания, с одной стороны, а с другой стороны, тоже может быть слишком громкое для более традиционных способов выражаться иудео-крестьян, Павла в том числе. Тем не менее, вот, смотрите, он называет Бога царем веков, владыкой вечности. И это вполне библейский способ выражаться. Поэтому, когда там гиперкритики говорят, что Павел так не мог сказать, еще как мог. Еще как мог. Владыка веков, владыка времен вечных, тот, которого владычество в Израиле от начала, от времен вечных. Да, это вполне, в общем, библейские выражения, которые по-гречески могли вполне звучать вот так, как мы видим в 17 стихе. Далее апостол Павел обращается снова к Тимофею и говорит: «Вот, посмотри, что я тебе скажу. Я хочу тебе нечто завещать, некоторый образ действий, как надо поступать, как надо принимать решения, чтобы ты этим руководствовался, чтобы ты воинствовал согласно с этим завещанием и с теми пророчествами, которые о тебе были, имея веру и добрую совесть. Вот я тебе сейчас расскажу, как я вижу направление твоей деятельности, цели и задачи». Так можно было бы это сформулировать на нашем современном языке. И вот апостол только подчеркивает еще, что для Тимофея важно не просто руководствоваться правильными завещаниями Павла, правильными указаниями, которые предлагает ему апостол, но иметь веру и добрую совесть. Во-первых, потому что без веры все превращается в человеческое учение. Когда Павел говорит о вере, он говорит о доверии Богу, который открывает себя тебе во Христе Иисусе. Ну и добрая совесть для него в данном контексте – это выражение, которое говорит снова и снова о любви к ближнему, об избегании греха, о том, чтобы делать то, что грехом не является. И смотрите, Павел говорит о том, что если ты отвергаешь эту добрую совесть, то в любом случае потерпишь кораблекрушение в вере. И приводит пример некоторых там, двух людей, судьба которых была, по-видимому, незавидна из-за того, что Павел счел их учение богохульствованием. Он говорит Тимофею: вот, смотри, как надо делать, но только имей в виду, что это надо делать с верой и с чистой совестью. Иначе никакие увещания и назидания, как бы правильно они ни были, никого никакой пользы не приведут.